Баба Вера. Ну что сегодня? А сегодня тут мне скинули, посмотри, больше 1 миллиона просмотров, смотрю. Руслан и Даня, третья часть, мемо вышла. Первую смотрели. Теперь посмотрим третью. Что надо подготовиться, бо я иногда забываю. А потом думаю, что это музыки нет? Наверное, что-то с ноутбуком случилось. Ну, вперед. Мы, короче, трек новый пишем, гениальный, про мемы. Давай, врубай, короче. Я забыл, сколько давай. Мне. А, да, мне 20. Не хочу ничем заниматься, зачем добиваться, браться. Снова проблемы, и в жизни остались только лишь мемы. Мой смысл в жизни — мемы, мемы. Смысл — мемы. Смысл в жизни. Мой смысл — мемы, мемы. Ну это еще минус, типа, сырой. А текст вообще, короче, готовый. Бля, жестко, чувак. Считай повторов предыдущей работы. То есть, чтобы сделать хороший клип про мемы, не надо ничего. То есть он будет очень простым. Ну, знаете, почему реакция не такая же? Потому что по типу это то же самое. Мне понравилось больше первая часть. Ну это как бы та же самая песня. Мой смысл жизни мем. Мне 20, а сейчас мне 21. Это не звучит. Даня, спасибо, конечно, что скинул вашу новую песню. Ну, а мне почему-то первая версия больше нравится. А, ну такое говно, стыдно даже на свиноферму поставить. Мемы 2, блядь, еще более скучную хуйню можно было придумать? Мне 22, не поменялось жить, как будто день сурка. Все будет завтра, как вчера, вчера писали мемы 2. Я кидаю сутям стиль, они так прутся с этим. Тем нахуй все ваши игры престолов, фана ждет наш новый трек. Друг, я поднялся паркур, мемы снова на беду. Крапальнул Робин Гуд. Да, ты король, этот свежий мем. Не поебать на власти, в этом преуспел. Это как мемы 2, но на год постарше. Сука, Сэм, и Нейсон, и Даника. Мой смысл жизни мемы, мемы. Смысл мемы, мемы. Смысл мемы, мемы. Сидим плотно на системе. Эй, смысл мемы, мемы. Смысл мемы, мемы. Смысл мемы, мемы. Сидим плотно на системе. Сведение и рифмы, сколько на бит, лет 40 пережил, будто бы внук и буду бегать, как на паблика засиживал. Если я в России, я присяду за картинки, к черту всю политику, мы не играем в игры. Сломал эти стенки под звуки на рейве, здесь мем дженерейшн, рычаг из мафинга. Жизнь, чё? Мемы, мысли, мемы, прет меня круче пены. Стиль, мемы, смысл, мемы, сидим плотно на системе. Мой смысл жизни, мемы, мемы, сука, с мемы, вместе с мемы, задавай, ептел. Блять, задел под культа, ну бывает. Мой смысл жизни, мемы, мемы. Смысл мемы, мемы. Смысл мемы, мемы. Сидим плотно на системе. Смысл мемы, мемы. Смысл мемы, мемы. Мой смысл мемы, мемы. Сидим плотно на системе. Смысл жизни мемы, мемы. Смысл мемы, мемы. Смысл мемы, мемы. Сидим плотно на системе. Эй, смысл мемы, мемы. Смысл мемы, мемы. Смысл мемы, мемы. Сидим плотно на системе. Покрутиться, типа. А? Покрутиться, типа, вот так. Либо как будто тебя убирают. Третий раз хайпанули на одном и том же. 22, говорит, ничего не поменялось. Так и в 32 так.
ничего не поменяется. Выйдут, какой там 32, 13-й выпуск мемы, мемы, и все. И что там изменится, когда мемы, мемы? Каких изменений мы ждем? Я вот реакции делаю каждый день. А он раз вот мемы выпустит, и все. У него больше 1 000 000 просмотров, а у меня больше 1000. Ну что отсюда? Выводы. Надо, наверное, реакцию делать 1 в год. И тогда будут ждать, ждать, ждать. А потом с таким этим, оу, что-то новое вышло. О, а так все счастливы. И все. А так как я каждый день... Не, ну я без вас не смогу. Я уже привыкла к вам каждый день. Это у меня как место работы. Сяду, посмотрю, что-то новое найду, отсниму реакции, смонтирую. Вот у меня полдня прошло. На вторую полдня с работы придут, надо пирожки убрать, постирать. Ну, вы же понимаете. А так развлекаюсь. Не могу без вас и дня. Так что, ребятки, успехов вам! И ждем мемы 4. Пока-пока! Yeah,